Приветствую, друзья! Сейчас мы с вами познакомимся с игрой Deadpool, которая посвящена похождениям марвеловского супергероя. Это единственный из марвеловских, кстати говоря, супергероев, который осознает, что сам он является персонажем комиксов. Но только вот дело в том, что он не знает это на самом деле, а в том, что он двинутый на всю башку. Вот в чем дело. И он постоянно отпускает жопно-сортирные шуточки и прочее. То есть на самом деле чудесный просто парень. Тут у нас есть еще, кстати, меню дополнительно, а в нем внутри биографии разных супергероев и описание мест. Думаю, что это все то, что встретится нам по ходу игры. Есть испытания, то есть проходя определенные уровни в ходе кампании, вы можете открыть, ну точнее вы точно их открываете, проходя эти уровни, ну и в испытаниях вы просто можете как-то проверить себя. Кампания, она, в общем-то, кампания и есть. Так, что же еще можно сказать? Да, пожалуй, что все. Я сейчас продолжу с того места, на котором закончил. Не буду вам показывать самое начало. Начинаем мы в квартирке Дэдпула. И в этой квартирке можно походить, поиспользовать всякие предметы и послушать его низкие шуточки. Так, здесь вот сюда я меняю носа, и вот я вам сейчас сразу покажу эту менюшку. Тут, видите, все так призывно нас смотрит и просит купить себя. Есть вот дробовичок. Например, дробовики даже. Надхолс. Надхолс, понятно. Харрисон, импульсные винтовки. То есть можно поменять оружие, но я как-то по огнестрелу пока не заморачиваюсь. Я решил заморочиться по оружию ближнего боя. Можно было бы еще, конечно, купить два молоточка. Хороши для убийства, но плохи для комбо. Вот саи вот эти, они чудесные, реально чудесные для комбо. Я их тут еще вот прокачал, вот можно такие всякие улучшения себе покупать. У меня, как видите, саи почти полностью прокачаны. Есть еще улучшение игрока, но это если вы будете играть, сами все почитать. То есть там какие-то пассивочки, активочки и прочее. Давайте уже пойдем дальше по сюжету. Я предпочитаю саи пользоваться. Кстати, я вот лично обратил внимание, что разные типы врагов здесь, они подвержены разным атакам от, например, оружия ближнего боя. То есть есть враги, против которых саи круче, чем мечи, а есть враги, против которых, собственно, наоборот, мечи круче, чем саи. Так, ну я здесь не буду запариваться по поводу того, чтобы подобрать снова все вот эти вот монеточки. Мы, подбирая монеточки, мы зарабатываем вот эти вот очки Дэдпула, которые вы видите в правом верхнем углу. Ну да, можете читать или слушать все то, что он говорит. У него, ну не то чтобы раздвоение личности, но в общем у него голоса в голове у этого парня. Б. Отличная добивалочка, красиво, да, давай. Ишь, как он, мне нравится просто, как он саями вертит, ну серьезно, прям, на мой взгляд, очень весело. Мечами не так прикольно, давайте попробуем. Окна не разбиваются, а жаль. Управление, ну, я привык, знаете ли, достаточно быстро, хотя я совершенно уверен, что на геймпаде оно проще и понятнее. Здесь иногда приходится задумываться о том, что жаль, что у меня нет третьей руки, которая могла бы использовать определенные кнопки. Так, а что это там такое сверху? Интересное. Я хочу это заполучить. Давайте, ну давай, ты же тот еще акробатишка. Так, мне кажется, тут надо руку использовать. Вот. Ну что, ну нет, руку использовать нельзя, но я все равно попытаюсь. Так, ладно. Ну я же знаю, что туда можно запрыгнуть, я же вижу. Вот почему-то отрешет. Ай, вот, на самом деле, фиг с ним. Смотрим, мне нужно туда. Как мне туда забраться? Примерно вот тут. Так, подберем. Черт, да что ж такое? Нет, серьезно. Серьезно? Да почему? Окей, давайте оглянемся еще немножко. Ну, вроде только здесь есть проход. А может, этой рукой уже можно управлять? Нет, нужна батарейка. Да, требуется батарейка. После этого я смогу управлять рукой. Пока не могу. Ну, вот и чё?
А, вот. Нифига себе, что ты умеешь, парень. Давай-ка. Да как-нибудь уже успокойся, что ли. Не, ну это, конечно, как бы круто, но мне бы уже в какую-то из этих сторон попасть. Да. То ли я сейчас что-то дичайшим образом туплю, то ли что. А, во, ну конечно. На самом деле все было значительно проще. Да чтоб тебя, а? Сколько можно так фейлиться? Давай сюда. Оп, запрыгнул. Красавчик. Ну, кстати, он и сам знает, что он красавчик. Он постоянно об этом говорит. Фу. Ой. Опа. Монетки и батарейка. Берем батарейку. Теперь мы сможем управлять рукой. Но сначала немножечко осмотримся. Да, и вот оно. Вознаграждение за исследовательский дух. Так, а смогу ли я... Да, не смогу, не допрыгну. Хотя, ладно, сейчас сначала посмотрим. Может быть, удастся и так. Так, а теперь поуправляем рученькой. Вот сюда. Нет, а давайте вот как-нибудь... Так, это крайнее положение. О, все. Неохота за... Вот очень интересно, что это за фигня, конечно, но... Нож, черт побери, я не могу до нее никак добраться. Не хочу тратить время на этом. Если будете играть и доберетесь, то обязательно сообщите мне, что это такое. Что это там, пальбу по мне ведет, а? Не-не-не, ребят, не-не-не. Сейчас мы с вами тут разберемся. Еще батарейка. Пригодится. Вау. Че, really? Ребят, вы не можете сюда запрыгнуть из-за того, что я тут стою? Ну ладно, запрыгивайте. Не хотите? Толпой собрались. Опа. Нормальная крошева. Кто следующий? Так, это сюда. Батареечку вставляем. И управляем ручкой. Ну-ка. Оп. Мне кажется, можно даже так чуть-чуть. Вот так. Оп, аккуратненько. Чтобы прямо лесенкой. Так, Дэдпул, беги сюда. Он иногда и, надо заметить, с нами, как с игроком, разговаривает. Не чурается пообщаться, в общем. Окей. Предположим. А куда дальше-то? Ладно, давайте проверим, что будет, если ее полностью опустить. Ну, вроде как, на самом деле, ничего не меняется. Поэтому давайте все-таки приподнимем. Может, надо попытаться вот туда перепрыгнуть? Давайте я попытаюсь перепрыгнуть все-таки туда, к этой штуке. Может быть, ее нужно взять... Ой. Может быть, она сюжетная. Да что ты не можешь запрыгнуть? Ну, это, конечно, я не могу. А, вот, вот все, здесь трамплинчик. Мы запрыгиваем. Итак... Опа! Нам нужно найти способ... А, так это деталь. Окей. Окей, you're making me look ridiculous. Нет, ну... А как? Как мне туда попасть? Да что ты будешь делать? А, стоп, мне кажется... До меня наконец дошло. Мне сейчас нужно вторую руку поднять, запрыгнуть с одной на другую. Давай. Вот. Так, все, отлично. Теперь с одной руки на другую перепрыгиваем и берем эту штуку. Вот игра про крошево, а все равно приходится какой-то фигню заниматься. Столы не разрушаются, проверено. Эй. Кажется, тут меня кто-нибудь ждет. Наверняка же ждут. You look familiar.
Did I spin you like a beanie propeller and leave you in a motel room with Buke? No? Привет, парнишки. Вот ты, да, ох, да, да. А, он там у них периодически спрашивает, какая у тебя группа крови, сокрушается над тем, что это была его любимая пуля, то есть именно та, которая только что была выпущена во врага. Все, да? О, мы добрались. F, кабель. А, кабель — это как раз вот тот мужичонка с большой пушкой. Его погоняло кабель. Yo, cable! Found the first part! Давай. Excellent! А запрыгнуть нельзя? Closer to your demise. There is another part I need before we can get started. Хватит разглагольствовать. You should be able to find it north of here. Now get your ass moving. О, я как раз сюда бегу. Отлично. Two parts? Really? Две детальки? Hey, Rome wasn't built in a day. Окей. Что там у нас дальше? Ready? Fight! Парни. Б. Давай, 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 давай. Б, 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 да, да, нажимаю. Все. Отлично. Вот, черт, комбо сбили, подлецы. Ну что? Опа. Тут есть на самом деле всякие комбо, если запариться по поводу их изучения, то можно, естественно, крошить врагов гораздо эффективнее. А вот эти ребята, они вообще-то на самом деле достаточно уязвимы к огню из огнестрела, собственно говоря. Поэтому, ну это я так, я потому что грязный извращенец, я их саями уничтожаю, которые против них, наверное, минимально эффективны. Ой. Так, 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 спокойно. А куда мне на самом деле? Че, серьезно, туда? Ну ладно, давайте прыгнем. А, фу, я думал, тут бездна какая-то. Эти ребята пока меня не видят. Это означает, что я могу скрытно их убить. Вот, например, вот так. Да, 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 вот так, да, его, давай. Молодец. Gross. Тихо. Как бы мне еще этого парнишку скрытно завалить? Не получится. Ну ладно, фиг с ним. Подождите. Ну да, все, уже теперь точно не получилось. Здесь. О! Мне все-таки сюда, оказывается. Это мясо. Застрял в текстурке. Парень, ну как мне до тебя допрыгнуть-то? А, вот, все, я нашел, как до тебя допрыгнуть. А, привет. О, да. Люблю крошево все-таки. Ой, люблю. Пиццу. Надо воспользоваться сейчас каким-нибудь спецударом, потому что у меня вот уже накоплены они. И надо их израсходовать. Например, вот Shift Q и Shift E я вообще еще не видел. Сейчас будем с вами вместе проверять. Батарейка. Оп. И вот там что-то было. Мне как-то нужно наверх попасть. А, может от батареи? Нет, от батарейки не попадешь. Значит, как-то где-то нужно что-то обходить. Наверное, здесь. Да, все, точно. Бежим сюда. Легонько осматриваемся. Видим, что ничего особенного нет. А, вот, все, вот сюда-то мы батареечку-то и вставим. Насколько я могу судить, здесь достаточно такие, как ни странно, длинные миссии. Я потому что лично совершенно не ожидал, что миссии окажутся такими. Вау! Еще разочек. И еще разочек. Давайте еще.
И еще. Ну все, больше уже не надо. И так хорошо. Deadpool 3, bathrooms 0. А, подождите. Я только что обнаружил, что там есть своего рода секретное... Нет, не секретное. Видимо, нам просто нужно обойти. Иначе бы туда батарейку не положили, если бы это было секретное место. Окей. О, привет, ребят. Давайте. Shift-E. Да-д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 а. Смотрите, как он умеет. Красавчика. Давайте. Так. Нет, что-то второе комбо меня не очень порадовало. И вот это. И Б. Отлично. Красавица. Да давай уже. У меня еще эти саи отравлены. Все. Против прокачанных саев эти ребята все равно не стоят. А вот с обычными. Вот с обычными было не очень, конечно, удобно с ними воевать. Но я уже сказал, что я грязный извращенец, поэтому воевал все равно с саями. Так. Нетоньки. Монетоньки надо подбирать, потому что на монетоньки потом покупаем апгрейды. Сейчас даже что-нибудь купим, наверное. Ага, все, вот мы примерно там, куда нам и нужно было. Да, тут ничего. Голова стража. Стражи это такие, если вы не знакомы, огромные человекоподобные роботы, которых спецорганизация изготавливала для того, чтобы, ну, так сказать, держать мутантов в узде, но на самом деле для того, чтобы просто с ними бороться. Так, сюда. Что у нас тут? Еще монетки. Монетки, монетки, монетки. О, ребята. Здравствуйте. А, хватит уже тебе. Все монетки взял? Да, похоже, что все. Тут еще монеточки. О, да. Давай, давай, давай. Все. В кашу. Берем батарейку и возвращаемся. А где там по мне пальбу ведут? Я, видать, кого-то пропустил, да? Но это не дело. А что это за туман? Окей. Ну вот опять, я вот всегда в таких штуках плутаю. Так, нет. Слушайте, а сейчас не окажется, что я, допустим, раньше, чем нужно, сюда залез, и поэтому мне отсюда не выбраться. Надеюсь, что не окажется. А, все, здесь я был. Это я помню место. Я пришел вот отсюда. Точно. Интересно, я смогу вернуться тем же путем? Черт, видимо, не смогу. Ладно, окей. Сам виноват. Сам виноват, да. Сюда. Опять сюда. Чё-то в первый раз-то я проще пробежал здесь почему-то. Оп. Сюда. И где у нас там... Что? Не понял. Ха, ладно, окей. А, вот. Меня тонко намекнули, что мне нужно сюда. Хорошо. А, ясно. Мы сейчас поменяем положение руки и пальнем еще куда-то, надо думать. Да? О, да-да-да-да-да-да-да. Так, так, подождите, подождите. Огонь. Огонь. Огонь, ребята. И сюда. А потом сюда. О, отлично. Еще разочек. И еще. А теперь вот туда. Еще зал. О, да. Да, братишки. Все? Успокоились?
Мне кажется, да. Деталь стража. Где она? Угу. А, так я уже почти рядом с ней. Что тут осталось-то делов? Только осмотреться аккуратненько. На предмет наличия здесь чего-нибудь интересненького. Ну ладно, не будем заморачиваться. Возьмем просто деталь. И побежали. Да, он умеет телепортироваться. Потому что он искусственно созданный мутант. Для того, чтобы его создать, были смешаны гены разных мутантов, в том числе росомахи. Но что-то пошло не так с его головой. Если до этого он был просто странным наемником, то после этого стал странным, слишком странным мутантом-наемником. Ну, я же говорю, у него в голове звучит собственный голос и еще два других. Причем разных. Угу. Так. Нет, ничего не сыпется. А, жаль. Так, шифье. И такой. Ох ты ж. Не, ну это ж надо. Я только хотел шикарную комбу замутить. Давайте. Замутим комбу и шифтку. Не, шифтку это какая-то фигня, честно говоря. О, так, у меня тут какой-то графический артефакт. Думаю, что и вы его видите. Это очень странно и непонятно, но... А это, наверное, связано с низким уровнем здоровья. Честно говоря, не понимаю, почему так, но ладно. Так, вот с тобой надо разобраться, парень. Почему у тебя щит какой-то, а? Все, готов. Так. Так. Будем его изматывать. О, все. Порвался на куски. Фу. Очки Дэдпула обязательно собираем, потому что это наши апгрейды. Кстати, про апгрейды. Я тут поднакопил. Давайте чего-нибудь улучшим. Улучшение. Дополнительный урон. Вот это мы возьмем, пожалуй. Улучшение. А это сколько будет стоить? 150 еще. Ну ладно, рано или поздно накопим. Хотя за 150 можно купить было двойные молотки. На самом деле я эти двойные молотки уже мог давно купить, но мне как-то саи поприкольней, кажется. Кабель. Привет, парень. Кабель — это парнишка из будущего. Wrong franchise, buddy. Wade, this has got to be the dumbest idea you've ever had. The risk is considerable. This is my... Чё он вообще ваяет? Я как-то призабыл. Ага, вот так вот, да? Систему доставки. Сейчас прям на них упадет, да? Конечно. А, это нога стража, наверное. Отлично. Юморит в последнем... О, да-да-да, вот это классно. Еще давай постреляем. А правой клавишей более прицельный огонь. Ну, мне хватит и простого. Вот сейчас с ним разговаривают как раз эти голоса. Так. Иногда он читает сценарий этой игры. Угу. Чтобы узнать, что дальше должно произойти. И что, мы так в ботинке и будем перемещаться? Короткими очередями бьет эта пушка почему-то. Мне до этого уже давали пострелять из пулемета здесь. Вот это было круто. Из вертолета. Просто все в кашу, все в труху. Опять куда-то прилетели. Починить ботинок. Не сработало, попробуйте Е. А, попробуйте попинать, действительно. Теперь пробелом. Давай, бабах. О! Ой. Это что такое сейчас будет? Да. Мне кажется, сейчас... Да. Вот вы, ребята. А теперь вот вы. А теперь... Давай. Нет, сверху. Снова перепрыгиваем.
Не-не-не-не. Во, инструкция. Хочу. Садись за пулемет. Ой, вот, это, вот этого парня в первую очередь нужно валить. Тяжело вооруженные ребята. Все. Оп. Наверное, это больно. Летунам тут не место. А он джакузи сделал из нее. Ну иногда у него глюки бывают, поэтому не стоит удивляться таким моментом. Очень веселый парень, очень веселый. Вот эта игра, знаете, она по уровню такого вот абсурда, она мне напоминает немного, немного. Напоминает Bulletstorm. Но там как-то больше на огнестрел, а здесь не только. Летит прямо на нас. Обычно у него такие глюки происходят, когда на самом деле происходит что-то подобное, а потом он очнется и увидит, что... Да, что это действительно произошло. У нее есть талант, нажми пробел, сладкий. Но я не успел нажать пробел. Так. Вот. Чё она отсечками бьет эта пушка по 3 патрона или по 4? Рок упала. Злобный парнишка поймал ее. Его зовут Блокбастер. Но у него регенерация росомахи, поэтому он перенесет это. Ну что, оклемался, парнишка? Нужно, да, поправь голову. Погоди, это наша задница. А, нужно... Нужно... А, чёрт, не-не-не, в другую сторону, да. Нужно найти руку, быстрее. Ты что делаешь? Псина! Сай, переключимся на Сай. Псина, хватит! Псина, отдай мою руку! Управление сейчас у меня, кстати, я вот сейчас нажму назад, на самом деле. Так, пёсик. Пёсик. Отдай руку. Отдай мою руку. Okay, она мне нужна, чтобы вправить шею. Схватить свою руку. Все, отдай. Отдай. Чёртова псина. Оп, да, теперь все стало на свои места. Гораздо лучше, действительно. Да-да-да, хороший песик. Кто хороший песик? Какая прелесть. Его даже убить нельзя, представляете, потому что он такой классный, этот пёс. Не, ну, с мечами неинтересно. Хотя, с другой стороны, знаете, мне кажется, что я уже продемонстрировал достаточно, и более того, ролик уже и так получился достаточно длинным. А я думаю, что вы поняли основные моменты геймплея данного проекта. А мне лично понравилось, знаете, вот, я хотел сказать, что еще... Игры про супергероев, особенно марвеловских, они редко бывают хорошими какими-то интересными и качественными, к сожалению. Их вот именно хороших проектов можно пересчитать по пальцам одной руки, в общем. А в данном случае оно может быть как бы и не круто, и не супер там офигенно, да, но тем не менее выезжает на некотором юморке. Ух ты, ничего себе. Что ж ты делаешь-то, Дэдпул? А теперь давайте из пистолетика. Так, оп. Ой, тихо. Парень. Ну вот, не получилось. Не получилось крутое добивание, но ничего страшного. Это вы можете посмотреть все, если поиграете сами. Ну что ж, друзья мои, а на этом я наше с вами знакомство с данным проектом завершаю. Сам уже за кадром, естественно, поиграю еще, потому что мне действительно понравилось. Мне кажется, довольно весело и интересно. Спасибо вам за внимание, друзья мои, и до свидания.